листая старые журналы. Посмотрите, какой журнал советский, бывший СССР 46-го года. Так, досталось мне. Посмотрите, ради вдохновения, удовольствия, какие картинки. Какой-то элемент можно брать отсюда и делать то, что нам хочется, потому что мода циклична. Для вдохновения посмотрите, какая красота получается. Вот так вот. И в следующий раз я покажу. Еще французский есть у меня журнал. Посмотрите, какая идея. Замечательное платье, пальто в одном цвете, минимализм. Какие барышни. Конечно, они все сложные, но ведь можно сделать и попроще. Вот так. Хочется с вами поделиться вот такой вот красотой для вдохновения.